Жил взрослый дядя с гаком лет. Дымил печально на планете. Любил, встречался, спору нет, на разные ноги жил на свете. Что надо есть, машина, дом, работу не сказать, чтоб очень. Не воровал, вот идиот, ложился спать он поздно ночью. Однажды утром у крыльца ему подбросили коробку. Не знал, что друга сорванца подкинула ему плутовка. А там щенок недели две, забавный, несмышленый шмалый. Скулил, мол, мамку дайте мне, а тут верзила не бывал. На бобрика он был похож, аристократ простой дворовый. Сидеть на месте не втерпешь, погладь и за живот потрогать. Прошло уже месяца по два, и бобрик заболел серьезно. Верзила с ночи до утра, за жизнь его как мог боролся. И тут болезнь взяла, сдалась, и бобрик набирать стал силы, что миски каши молока за раз ему бы не хватило. Прогулки, игры, красота. Расти, не знай себе заботы. Ночной звонок, гам, кутерьма и срочный вызов на работу. Машина, сделав разворот, сломала маленькое тельце. Как будто сам себе аборт он сделал, вырвав свое сердце. И взрослый дядя, с каком лет, дымит печально на планете. А ты, читатель, знай вовек, коль приручил, то ты в ответе.